Удивительно красивая природа, захватывающие водопады, невероятные легенды и настоящая история. Здравствуйте, это программа «Дагестан туристический» и сегодня я приглашаю вас в Хунзахский район. Хунзахский район находится в центральной части Дагестана. На территории района более 150 памятников республиканского и федерального значения. Наш первый объект – местность Матлас. Одна из любимых достопримечательностей туристов. От Махачкалы до Матласа 150 километров. На дорогу у нас ушло около 3 часов. Рейганат, скажите, пожалуйста, а почему вот это место, Матлас, оно одно из самых популярных среди туристов? Ну, если начать с того, что здесь неповторимая, очень красивая природа, радующая глаз, душу, и вообще очень отдыхаешь на такой красоте, и тем более сейчас, как люди в стрессе, они приезжают в такое, хотят уединения, тишины, такой красоты, и также это место окутано легендами, всякими историческими фактами. Вот, например, мы находимся сейчас перед памятником Льву Толстому и Хаджи Мурату, герою его повести. Почему он здесь стоит, спросите вы? Дело в том, что легендарный Наиб Хаджи Мурат родился в селе, которое находится там внизу. Он вообще сам с Хунзаха, но родился в селе Цельмес там внизу. Поэтому вид открывается как раз на этот Цельмес. С этого края открывается вид на это село. Ну, вот этот памятник пользуется здесь очень большой популярностью. Люди любят приходить, потому что вот Хаджи Мурат же по сей день герой, легендарный Наиб. И здесь в прошлом году, позапрошлом году было отмечено 200-летие Наиба Хаджи Мурата. Это такое очень знаковое событие было, которое привлекло большое количество туристов. И была историческая реконструкция, в которой были задействованы свыше 500 человек. И костюмы были воссозданы, и моменты того времени. Очень интересная постановка была. Было большое количество всадников, собрали очень много лошадей, воссоздали костюмы наших джигитов, также воинов русской армии. Очень интересное мероприятие было. А вот сейчас мы подходим к мечети. Очень интересная архитектура, под старину сделанная. Построена она была не просто так. Ее постройка связана с одной из легенд. В соседнем селе Сиух был известный богослов, арабист Гази Магомед. Он там подрабатывал чабаном. После 17-го года были гонения арабистов, богословов. И вот этот Гази Магомед, который подрабатывал чабаном в селе Сиух, начал преследоваться советской властью. И как-то уже совсем не в моготу, когда стало, он решил от них сбежать. Но пути к отступлению были перерезаны, так скажем, оставался вот один вот этот край пропасти. И при помощи Всевышнего, силой своих молитв, он перелетел на очень большое расстояние в противоположное село Цалкита. Богослов Гази Магомед после чуда, которого с ним произошло, прожил долгую жизнь и проповедовал ислам в Дагестане. А в селе Цалкита и местности Матлас в честь него люди построили 2 мечети. По словам нашей спутницы, хунзахцы эту историю легендой не считают и верят в нее как в свершившийся факт, допуская, что предела человеческим возможностям нет. Мы отправляемся дальше. Пройдя несколько метров от знаменитого памятника, попадаем в небольшую по длине, но очень живописную теснину. Спускаясь по ступеням, нужно пройти под каменным мостом, где путешественники с большим удовольствием фотографируются на память. Кстати, в ущелье довольно прохладно. В этой тени всегда сухо. Угу. Если единственный проливной дождь пройдет, ну и то. И вот нам открывается вид на очень красивый села, да, вид на соседние села. Это Харахинская зона. Очень красиво. Звук водопадов уже слышно. Выйдя из ущелья, поворачиваем направо и идем по тропинке на небольшом отвесе скалы. И вот тут нам открывается Матласский водопад. В зимнее время он замерзает, образуя ниспадающий ледник. Ежегодно здесь проходит фестиваль ледолазания, который с каждым годом привлекает все больше участников не только из Дагестана, но и соседних регионов.
А дальше мы поехали в село Сиух. Именно в Сиухе делают знаменитые на весь мир ковры арбабаши. Мы идем по безымянной улице в селении Сиух, потому что маленьким улицам, как мы сказали, название не дают. Вот, дорогу хочу показать. Очень интересная. Вымощенная булыжником. Говорят, что в этом селе много таких дорог. Вот, и направляемся мы в гостевой дом. Гостевой дом – это очень популярное среди туристов заведение. Посмотрим, что здесь и как устроено. Хозяйки дома – две очаровательные бабушки, которые всегда рады гостям. Загидат и Халипат работают в местном доме культуры. Поэтому идея организовать в Сиухе гостевой дом им сразу пришлась по душе. В этом доме жили бабушка с дедушкой. 70 лет. Да-да-да, даже больше, наверное. Нет, дому больше, а дому, я думаю, больше значительно. Да, больше, наверное, было. Потом они умерли, потом жили там их вот, родственники, внучки там. Ну, я думаю, это где-то лет 100 точно, по очагу, по всё, это как минимум 100 лет. Ладь для муки, смотрите, это вот емкость для муки. Для муки, чтобы не испортилось, хранить. Кожа быка. Все, это вот как есть, вот, смотрите, для лампочки подставка. Как интересно все. Я смотрю, домашняя утварь здесь. Вся домашняя утварь, все сохранили. Посмотри, какой закоптелый потолок, потому что здесь очаг и дым. Здесь же очаг. А я думала, это покрашено черной краской. Нет, это закоптелый дым. Это шуба. Шуба. Вот даже одежда. Я про сиухцев тоже расскажу. Это их народный промысел вообще. Войлок. Войлочное производство. Это их народный промысел. А эти бабушки одевали, а это дедушка одевал вот такие... Зимой. Жители этого дома. Да. А это вот я смотрю, похоже на кайтакскую вышивку. Или... Это арабский. Арабский. Прабабушка моя купила для своей дочери, из Аравии привезли. Это мы сохранили, а я вот принесла и здесь вот дала этому дому. Земляной пол, я смотрю. Да, так и жили. Глинобитный пол. А вот здесь, на этом штуке, они сделали шапки. Ага. Шапки, бывают же, вроде шляпа. Да. Болванка для шляпы. А вот утюг. Сюда клали. Чемодан. Видимо, хозяева этого дома путешествовали часто, раз у них дома есть чемодан. Да. Раз с Аравии подарки тоже привозили. Посмотри, какой красивый, какой рисунок там на сундуке. Видимо, зажиточные были хозяева этого дома. Это вообще как бы Райганат. Вот убранство в таком вот примерно стиле, это считалось богатый дом? Среднего достатка. Среднего достатка. Побогаче очень большая веранда и много разных входов. Там большая семья жила. Они строились таким расчетом, кто побогаче, чтобы все из семьи жить. Это среднего достатка. Через традиционную для горского дома веранду проходим в соседние комнаты. Это прихожая. Это молиться здесь. Вот так сушили мясо. Да, вот так сушили. И смотрите, впрок кишки. Не всегда же достанешь кишки, бывало, что не хватало. А вот так сушили и заполняли кишки. Урбаки жанит, он не хурала цеп. Урбай? Да, урбаки жанит, он цонунг, и не отинала, и не бухвати. Эмма урвала, что хавали в гора. Хали в гора, и хали в гора, и бачи ноги в гора. Ой, как интересно. Ха, дурара урва. Вот здесь вот такие были раньше. Аварская речь. Да. Рахал. Так, это вторая комната. Вторая комната. Да, это зал. Это зал. Это зал. Даже есть люлька, если кто приедет с малышом. Да, может остановиться. Я не знаю, есть ли у каких-то еще других народов такие замечательные люльки, как у дагестанцев, но это потрясающая штука. Можно уложить ребенка, для него есть такие здесь ремни безопасности. Да, в данном случае они отсутствуют, так они есть, да. И, в общем, накрывается, можно, если от мух, то это должна быть какая-то тюль или мадля, и качается, и очень скоро ребенок засыпает. Такое подспорье маме. Можно я вам добавлю ваше повествование? Люлька обычно делалась из легких пород дерева. Почему? Потому что женщина могла ее с собой взять на сельхозработы, чтобы ребенок один дом
дома не оставался, а у женщин в прошлом была очень тяжелая жизнь, и все приходилось самим делать, несмотря на маленького ребенка. За спиной люлька переносилась на сельхозработы тоже. Удобств в гостевом домике, конечно же, нет. И погостить с комфортом здесь не получится. Это скорее такой маленький музей, в котором можно прикоснуться к истории и увидеть своими глазами условия жизни древних жителей Сиуха. Мы воссоздали все вместе. Вот старинное убранство в этом доме постарались сохранить все, начиная от глинобитных полов и вот таких потолков с балками. И вы знаете, туристы очень любят посещать этот дом. Он чем привлекателен? Бабули всегда демонстрируют здесь, наши бабули, вот истинное народное ремесло, которое процветало в этом селе. В Сиухе издревно делали войлок. А из войлока делали ковры арбабаши. Обязательно в приданное невесте арбабаши делали обувь, которую мы посмотрели в другой комнате, и шляпы. Это был их народный промысел. Вот секреты народного промысла по сей день хранят наши бабули. Загидат, халипат, загра. И они могут продемонстрировать нам тоже, вот, как это все делается. А вот на какое время могут туристы поселиться в гостевом доме? Они могут поселиться на любое время, сколько их устроит, но единственное, они окунутся в быт наших предков. Комфорта в этом доме нет. Кто хочет окунуться в быт предков и как они жили? Горячей воды здесь нет, здесь холодной водой придется умываться, санузел на улице. Ну вот полностью соприкоснуться, кто хочет с бытом и жизнью наших предков, тот может поселиться в этом доме. Хочет с семьей, хочет один соприкоснуться с прошлым, так скажем, вернуться в прошлое. Таких домов практически не осталось по району, я скажу. Я думаю, и в республике, если где-то только в очень отдаленных селах, это просто, я же говорю, благодаря энтузиазму бабуль, этот дом сохранился. Этнодом. Этнодом, это не гостевой, а этнодом. Потому что для гостей у нас здесь ничего такого нет условия. Ни воды нету, ни сауны, ничего нету. Просто приходить и посмотреть можно, и все снять, и все. А когда мы можем демонстрировать, что мы как готовили, что делали наши предки, например, мастер-класс, они могут кухню приготовить, дагестанскую кухню. Или есть определенные блюда, которые присущи только сиухцам. Они знают секреты изготовления вот этих блюд. География туристов какая? Она очень обширная, я вам скажу. В прошлом году были туристы из Америки, из Бразилии, с Москвы были. И очень восхищались все гостеприимством наших бабуль. Они мастер-класс по изготовлению национальных блюд, спели им вот наши старинные народные песни. Очень понравилось туристам. География очень широкая. А вот за прошлый год вы такую статистику не ведете? Сколько человек? Ну, я могу где-то ориентировочно сказать, ну, как минимум 300 с чем-то человек это точно посетили дом, гостевой этот дом посетили. Это как минимум. А самим вот дагестанцам интересны такие гостевые дома? Очень, особенно молодежи. Очень молодежи. Старое поколение как-то еще помнит, но вы знаете, один раз был гость, взрослый человек был, он чуть не прослезился. Спасибо вам огромное. Я, говорит, вспомнил свою бабушку, свое детство. Я, говорит, высоко в горы ездил, говорит, к бабушке. Я жил с ней, родители жили в городе, говорит. Я вспомнил все детство, всю свою бабушку. Говорит, огромное вам спасибо, что вы, говорит, храните вот так эти все дома, сохраняете культурные традиции, сохраняете. Очень благодарил. Вот это вот что за коврик такой? Расскажите про него. Это войлочный коврик. Из чистой шерсти овец. Но у них такой, они обычно, сиухцы, выращивали скот. Это их основной вид деятельности. Овцы. Овцы, большое количество овец. И шерсть же надо использовать. Тем более, вот шерстяное, оно же очень держит тепло, а здесь холодно бывает. Сиух – это холодно. А какая технология вот именно вот такого войлочного ковра изготовления? Это сложно, тяжело?
Ну, не очень, но занимает время и много и сил. Это как прессуется. Это вот эта вся шерсть прессуется, вот вручную вот причем. Примерно как вот бурки. Да, да, приблизительно да, как бурки, да. И это все ручной труд. Ручной труд. Из этого вот все так. Ну, надо очень много работать надо. Все вручную. А дальше мы отправились к Аранинской крепости. Это фортификационная постройка 19 века на высокогорном Хунзахском плато в одноименном селе. Крепость имеет статус памятника республиканского и федерального значения. Территория ее занимает около 3 гектаров земли. Аранинская крепость была построена Николаем II после победы над Шамилем. Как знак своей власти, чтобы держать в повиновении горцев. Здесь располагался гарнизон этой крепости. И вот, видите, до сих пор сохранились войны на стенах крепости. Земля была куплена у жителей соседнего села, очень щедро заплачено за нее было, чтобы никаких недовольств не было. И сейчас эта крепость попадает под реставрацию, попала в федеральную программу. Мы надеемся, что она будет отреставрирована, потому что это очень интересный исторический памятник. Но зайти внутрь поснимать мы не можем, потому что сейчас там да, часть там военная. Там двойная часть, да. То есть для чего строили? Для того и для того, да, да. В пешей доступности от Аранинской крепости находится самая популярная достопримечательность Хунзахского района. Величайший и легендарный, захватывающий дух водопад Тобот находится между двумя селами в Хунзахском районе. Арани с левой стороны и Хунзах с правой. Кроме того, это место очень популярно среди туристов не только из-за своей сумасшедшей красоты и зрелищности, но сюда еще приезжают роумчамперы. Это люди, которые вот с такой большой высоты прыгают вниз. Мне даже посмотреть страшно, а люди прыгают, представляете? Главным достоинством водопада туристы считают его легкодоступность. То есть, чтобы полюбоваться его красотами, не нужно взбираться на скалы пешком. Достаточно сесть в автомобиль и просто доехать до него. Бурные воды реки Тобот срываются со 100-метровой высоты в Цалатлинский каньон, который буквально делит Хунзахское плато пополам. Летом, когда тают ледники и идут дожди, водопад особенно красив. Очень часто здесь можно наблюдать радугу. Нам, к сожалению, ее увидеть не удалось. Возможно, вам повезет больше. Все достопримечательности Хунзахского района невозможно показать в одной программе. Поэтому смотрите продолжение в следующий понедельник на РГВК «Дагестан». Пока!